Всем привет, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, я Дезертир. Я хотел бы сделать небольшие такие подкастики. Это будет новая фишка моя, канала, не знаю, без разницы, в общем, суть не в этом. Суть в том, чтобы общаться с вами, мои дорогие друзья, лишний раз. Сейчас у нас время 14.30, 15.09. И что я хочу вам рассказать? Ну, во-первых, то, что буквально через некоторое время, быть точным, в 5 часов, скорее всего, выйдет стримчик, который должен был выйти в понедельник, но почему-то он у меня как-то не получился его отрендерить. И, в общем, у меня файл получился размером 30 гигабайт, и он как-то очень долго заливается на YouTube до сих пор. Вот это прям очень печально. Ну да ладно, не об этом речь. В общем, Доги вас попросит, конечно же, его не смотреть, но зная вас, вы его посмотрите. Поэтому вот эта картинка относится именно к этому веселому стримчику. А вот, что касается меня, канала, Darksiders и всего прочего. Я сейчас пришел с работы, решил как раз для вас записать вот этот маленький подкастик. Что я хочу, чего я, так сказать, хочу добиться. Я хочу, естественно, просто пообщаться с вами, узнать, что вам конкретно самим хочется видеть на канале. Вот, попутно я, конечно же, буду делать свои прохождения какие-то. Но мне интересно также ваше мнение, что бы вы хотели видеть, допустим, на канале, да, вот именно чего чаще выпускать и тому подобное. У меня есть план, например, выпустить пару уроков по StarCraft'у, но не, как бы сказать, не уроки именно по самому StarCraft'у, а скорее по торговому ряду. То есть, нужно ли вам это, не нужно ли, как часто вы хотите, например, видеть такого плана ресурсы на канале, и если хотите, вы вообще, ну, в общем, все в комментарии, ребят. Это очень важно, это очень интересно, я с радостью почитаю ваше мнение. Что касаемо моего канала, то в ближайшее время, естественно, я буду выпускать Darksiders, потому что сегодня я его запишу. Я не знаю, удастся ли мне выложить сегодня, отрендерить и выложить одну часть следующую. Я надеюсь, что по Darksiders'у я все-таки это сделаю и все-таки буду стараться планомерно продвигаться к старым заброшенным записям, которые я уже давно обещал вам выложить, но что-то у меня как-то не получалось. В общем, что я хочу сказать. Больше, ребята, комментируйте, это очень важно, это помогает развиваться как вам, так и мне. Это помогает узнавать, что вам нужно, что вам хочется чаще видеть. Поэтому жду от вас комментариев. Сам же пошел писать Darksiders. Всем спасибо за внимание. С вами был, как всегда, Дезертир. Не забывайте подписываться на канал, оставляйте комментарии, лайкать, дизлайкать видео. Все по желанию. Как вам нравится, так и делайте. Приятного отдыха.